OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Последняя такая война, которую вела Россия, хотя бы отдаленно похожа, это была Крымская. Но нынче совершенно другой результат. Ну, 53 да. страны против нас. Конечно. И мы... При этом мы наивно говорим, что ну какие там НАТО. Но если сейчас посмотреть, на ряде направлений слышна только иностранная речь. Да. Угу. То есть физически украинцев нет. То есть ряд направлений воюют исключительно натовцы. Ну там еще всякие сброты из Латинской Америки, из Южной Америки, Польша. Из Японии, из Тайваня. Скорее есть. Да. Южная. Ну, Польша страна НАТО, поэтому и есть. А, да. Сам украинский главком Залужный, вот же совпадение, встретился с военными США и Британии в секретном бункере. Речь в том числе про верховного главнокомандующего объединенными силами США в Европе генерала Каволи. Это, как говорится, для наглядности, чтобы было понятно, с кем мы воюем и кто руководит украинским наступлением. На кадрах из какого-то бандеровского схрона видно, что натовским генералам украинцы втюхивают какие-то карты, а западники на них уж очень картинно глядят. Существует прекрасная идея строительства храма вооруженных сил России. И я абсолютно поддерживаю эту идею. Потому что к 75-летию Победы будет построен храм. Я уверена в том, что обязательно состоится реализация этого важного, грандиозного проекта строительства главного храма вооруженных сил России как большого общенационального народного проекта. Я как полковник запаса полностью поддерживаю ту инициативу, которая возникла в стенах Министерства обороны и лично от министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу о строительстве главного храма Министерства обороны всех военнослужащих на территории Московской области в парке «Патриот». Речь о строительстве главного храма вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот». Я всецело это поддерживаю, в том числе и как человек, имевший отношение к вооруженным силам, носивший форму. Тот храм, который планируется возвести сейчас всем миром, прежде всего связан с Великой Отечественной войной. Но это в целом храм всему нашему воинству. Построить храм всегда считалось на Руси святым делом. А вдвойне оно святое, когда речь идет о нашем воинстве, о людях, которые готовы жертвовать жизнью, проливать кровь за наше Отечество. Замечательная идея, замечательная, построить храм воинству русскому. Появилась новая инициатива. Министр обороны Сергей Шойгу призвал всех поддержать инициативу построить на территории парка храм. Все это делается на добровольные пожертвования, то есть на наши с вами деньги, на деньги тех людей, которые захотят вложиться в это очень по-настоящему благое дело. Министерство обороны, на мой взгляд, сделало, пожалуй, главного, чего не хватало на протяжении последних лет. Я имею в виду начало строительства храма в подмосковном парке «Патриот». Храма, посвященному всему русскому христолюбивому воинству. Призываю всех, кто понимает значение этого, принять в этом участие. И сам хочу внести в этот общий котел, в эту общую копилку строительства храма в парке «Патриот» 500 тысяч рублей. Призываю всех поступать как возможно, по своим возможностям, но с чистой душой. Почти 2 миллиарда рублей собрали россияне на строительство храма вооруженных сил. Его возводят в подмосковной Кубинке на народные деньги. Оружие, которое станет стройматериалом. Военные показали трофейный арсенал времен Великой Отечественной, который задействуют при возведении главного храма вооруженных сил. Да, об этом же сам, да, Сергей Шойгу заявил. Да. Он сказал, что трофейные немецкой техникой времен Великой Отечественной войны в вооруженных силах нашли применение. Но из не совсем обычное. Отольют ступени храма Минобороны, который строят сейчас в парке «Патриот». Все прихожане главного храма вооруженных сил России будут ногами попирать трофейное оружие Третьего рейха. Именно из них отольют чугунные ступени и парадное крыльцо. Оружие, созданное вермахтом ради разгрома СССР, в итоге стало трофейным для красноармейцев. Весь этот арсенал отправится на переплавку и затем будет использован при создании главного военного храма страны в
парке «Патриот». Строительство главной церкви вооруженных сил России идет в подмосковной Кубинке. Крест вознесется на 100-метровую высоту. Величественный храм строят на народные пожертвования. Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма вооруженных сил России. Молебен отслужил святейший патриарх московский всея Руси Кирилл. Строительство завершат в 2020 году 75-летию победы над фашизмом. Высокопреосвященные и преосвященные владыки, отцы, братья и сестры, мы совершили деяние, которое будет вписано в историю вооруженных сил России и которые будут вписаны в историю нашего Отечества. Заложен храм в честь нашей победы. Глава государства назвал закладку камня важным историческим событием в духовной жизни России. Сегодня будет заложен первый камень в основании собора Воскресения Христова. Он станет главным храмом вооруженных сил. Еще одним символом нерушимости наших национальных традиций. Коллеги, у нас появится главный храм вооруженных сил России. Друзья, всем привет. Я как-то осенью еще рассказывал, что наш главнокомандующий, министр нападения Сергей Кужебедыч Шойгу начал строить магический храм огромный. Храм военных сил российских, где у него будут боевые маги проходить обучение и нести службу, накапливать ману, а также будут проходить обучение боевые маги-попы, которые будут забрасываться в тыл врагу, чтобы насылать проклятие на государство и воровать у них ману. Так вот, всплыли некоторые подробности об этом магическом сооружении, Вселенском храме Российской Федерации. В общем, решили они ступени к этому храму отлить из трофейной техники вермахта, из танков. Из танков, бронетехники, может, самолеты туда же пойдут. В общем, теперь наш Кужебедыч Сергей Шойгу издал указ всем своим боевым магам, чтобы они ходили по музеям, по деревням, по лесам, собирали технику вермахта, перевозили ее в Уральские горы на плавильне, где эта техника будет переплавлена, из нее отольют ступени для Вселенского храма вооруженных сил России, для боевых магов. Ну, соответственно, это первый шаг, ступени из техники вермахта. Потом они, Кужебедыч, отправят своих боевых магов в лес, там, где проходили бои Великой Отечественной войны, заставят откапывать скелеты солдат вермахта. И этими костями, скелетами солдат вермахта, они хотят выстелить пол, ну, как паркет. Ну и стены, естественно, инкрустировать черепами солдат вермахта. Ну, потому что это придает маны, придает боевого духа нашим православным, их там нетам, которые несут русский мир в Сирию. Вот. Ну и для полного патриотизма я предложил бы там повесить в храме, ну вот на самой главной стене, над иконами повесить табличку с долгом США. Американский госдолг угрожает всей мировой экономике. Это слова Владимира Путина на саммите в Уфе. Российский лидер дает пресс-конференцию, и много вопросов посвящено решению глобальных финансовых проблем. Посмотрите на государственный долг Соединенных Штатов. Он выше, чем ВВП страны уже стал. Это вообще очень такая тревожная штука. Это тревожный сигнал. И потому что все знают, что госдолг США, он прям придает плюс 100 к патриотизму и к боевому духу, и сразу хочется всем выдать русского мира, везде поставить деревянные туалеты и раздавить всех гусей и яблоки, ну, польские, там, европейские, гнилые, да? В которых есть ген бузатера, который есть православному россиянскому человеку, ни в коем случае нельзя, потому что можно заразиться бузатерией и русофобией.
Русофобия. Русофобия – это наш главный враг. Пожалуй, главной переменой этого года стала русофобия, разносимая миру из Америки словно заразное заболевание. Русофобия, по сути, это оружие, которое используется против России. Ментальное оружие. В США совсем иные проблемы. Сегодня там репетиции ядерной войны с Россией. Всем американцам придут уведомления о чрезвычайной ситуации. Читай, термоядерном ударе.